Главное предложение сегодняшнего дня – это легендарный продукт, это корень лопуха и это концентрат. И именно сейчас, когда осень в разгаре, когда так резко поменялась погода и уже в Москве вчера шел первый снег, продукт, который обеспечивает организм комплексной защитой от переходного осеннего сезона и снижает обострение наших хронических заболеваний. Это легендарный продукт, это концентрат, который выбирает каждый, кто хочет быть здоровым. И сегодня с нами на эфирах основатель и создатель Института натуротерапии, врач, врач-хирург, кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЕН, почетный член Ганноверской академии натуропатии, основатель и директор Института натуротерапии, автор и ведущий программы на Первом канале «Советы доктора Арсенина», эксперт телеканала «Домашний», ТВЦ, РЕН-ТВ, лауреат медицинской премии «Профессия. Жизнь» и награжден общественными наградами, в том числе орденом Пирогова и орденом Татищева. Сергей Владимирович Арсенин. Что касается корня лопуха, это самый главный, самый основной продукт. Вот среди наших концентратов, ГСУ-13, он занимает первое место, и пока он по старой цене. Кому он нужен? Для кого это показано? Первое. Это, конечно же, мощнейшая онкопротекторная защита. L-бета-аспарагин обладает лимфодренирующим действием. Он защищает вас комплексной терапией, если у вас, ну, не дай бог, уже есть онкологические заболевания. Химиотерапия, лучевая терапия. Mm-hmm. Если у вас... Это мощнейшее противовоспалительное действие. Вот все воспалительные процессы, которые оканчиваются на ИД, будь то бронхит, будь то цистит, будь то пиелонефрит, тонзиллит, ну, не знаю, там, артрит даже тоже, он блокирует воспаление. Он улучшает, снимает за счет лимфодренажа отечность, снимает пастозность. Он делает так, что ваш иммунитет будет на самом высоком уровне. То есть, если вы вот сейчас простыли, заболели, пришли домой, промерзли, у вас начинается температура под язык, вы берете 1/3 чайную ложку под язык и рассасываете. То есть это называется сублингвальный прием. То есть вы рассасываете под языком находится огромное количество сосудов, там язычной артерии, которая непосредственно сразу впитывает все активные действия компонента корня лопуха и несет это в кровяное русло. Дальше для чего корень лопуха? И он помогает вам настроить ваш обмен веществ. Он выводит шлаки и токсины. Здесь содержится инулин, который, например, снижает, не дает всасываться вашему повышенному сахару и выводит его наружу. Корень лопуха нормализует функцию печени и снижает уровень холестерина у вас в крови. Корень лопуха – это такой, знаете, добрый доктор. Вот я его абсолютно всем рекомендую пациентам, которые приходят ко мне, и знаете, они говорят: ой, доктор, у меня и суставы болят, и печень болит, и сердце болит, и я пью огромное количество таблеток, у меня все хуже, 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 и никакого просвета нет. Ничего не помогает. И ничего не помогаю. А я иду к терапевту, терапевт смотрит мои анализы и говорит: ну, по анализам, ну, там чуть-чуть изменений есть, все у вас хорошо. Он говорит: доктор, как хорошо? Я до вас еле дошла, я задыхаюсь, ноги ватные заплетаются. Я говорю: знаете, как обидно, мне рассказывают пациенты. Я говорю: да, вот в этом случае вам нужен вот этот корень лопуха. Почему? Потому что он сам находит ту проблему, которая есть в вашем организме, и ее решает. То есть он ее нивелирует. То есть вы просто чувствуете себя лучше. А почему вы стали себя чувствовать лучше? Какая проблема у вас была решена? Будь то воспалительный какой-то хронический процесс, будь то просто у вас старость, или у вас просто какой-то там сустав заболел, или печень плохо работает с почками. Вот корень лопуха решает эту проблему, вы даже не знаете, что у вас он решил, но вам стало легче. Вам от него полегчало. Вот это корень лопуха. Итак, внимание, сегодня у нас действует особенная акция и скидка. Вы получаете натуральный продукт, высококонцентрированный, и при этом действует цена 1499 рублей. 4 баночки на 4 месяца, 3 года срок годности. А еще при покупке от 2990 рублей и звонке в прямой эфир ЗОТ с отзывом вы получаете корзину здоровья от доктора Арсенина. Сделайте свой выбор, звоните сейчас, делитесь своими достижениями, впечатлениями, задавайте вопросы в прямой эфир, ну и, конечно, получайте корзину здоровья и здоровье. К сожалению, вы видели сами, на некоторые продукты уже цена поднялась. Пока у нас еще на главное предложение дня, на лучшие продукты
востребованы, действует еще цена старая. Набирайте наш номер телефона, успевайте дозвониться и заказать. Смотрите, вы можете заказать одну баночку концентрата корня лопуха. Цена 999 рублей. Но заказывая весь комплекс, вы получаете скидку и экономия ваша почти 2,5 тысячи рублей. В итоге вы платите не почти 4 тысячи, а 1499. Главное, это натуральный эффективный продукт. Звоните сейчас, заказывайте, торопитесь и звоните к нам в прямой эфир. А, пожалуйста, вот очень многие задают вопросы, мы тут все почему в переживаниях. Почему такая пошла высокая цена? Дорогие друзья, я про это вам твердил все лето, весь сентябрь и все начало октября, понимаете как? И вот сейчас наши остатки на складе по некоторым продуктам, по некоторым сырью закончились, и мы вынуждены покупать по высокой цене. Поэтому если вы посмотрите, худи и камбоджийская горцынь, это обе травы, мы закупаем их, и они из Южной Америки, раз, но здесь у нас не произрастают, мы закупаем оттуда за доллары. Раньше, год назад, мы закупали, когда доллар стоил 50 рублей, а сейчас он стоит 100 с лишним. В два раза рост. Соответственно, в два раза рост вот этой цены. Корень лопуха, он пока что еще у нас, но туда-туда все равно входит на заграничные импортные травы, туда входят аминокислоты. И этот корень лопуха, он все равно инфляция у нас, все продукты дорожают. Он тоже вырастет, но он не будет стоить там 3,5 тысячи рублей, но около 3 тысяч он точно будет стоить. То есть давайте не будем дожидаться. Да. Поэтому если у вас есть такая возможность, берите его на полгода вперед, берите на год вперед, там 3 года срок годности. Но самое главное, что корень лопуха решает практически все проблемы с вашим здоровьем. А если вы корень лопуха еще подсоедините вот эту чага мумиё, то есть корень лопуха очистил, а чага мумиё регенерировала. В этом случае очистили, восстановили, очистили, восстановили. Тот же самый прием. По 1/3 чайной ложки под язык и чага мумиё по 1/3 чайной ложки под язык. Вы сразу, буквально с первых дней применения, получаете результат. Какой результат? Вам просто стало легче. У вас улучшилось качество жизни, у вас прошли какие-то воспалительные процессы, у вас перестали болеть суставы, у вас появился стимул к жизни, у вас прошли отеки, у вас иммунитет пошел вверх. И это все, когда вы принимаете вот эти два препарата. Пока что на них старые цены. Да, спешите, торопитесь. У меня одна подруга с кашлем мучается, у другой обострение цистита. Третья говорит, у меня почки отказывают, потому что была проблема, пила нефрит, а теперь еще обнаружили камень. Если у вас есть такие заболевания, торопитесь и заказывайте. Заказывайте экстракт корня лопуха, берите вместе с чагой. И, конечно же, пользуйтесь нашими скидками и акциями. При заказе на 5 990 еще бесплатная доставка.